Всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье, в принципе, будет домашний день. Единственное, видите, у меня отросли уже как ногти. Сами отросли, ничем не поливала, ничем не удобряла, просто они сами по себе у меня такие вот достаточно крепкие, поэтому отрастают. Вот. Но фишка в том, что где-то я уже заметила. А, вот, видите, уже начинают от тяжести ногтей ломаться. В принципе, если бы я их покрывала лаком, то, конечно, они бы продержались дольше и отросли бы еще длиннее, поскольку все это проверено мной, у меня были, ну, как, скажем так, еще длиннее, чем вот эти. Это на левой руке. Ну, а это вот, видите, на правой. Плюс тут у меня уже мизинчик обломался. Короче, воду подогреваю, и сейчас я все эти ногти, ну, наверное, вот до уровня мизинца вот посрезаю. Ну, то есть, короче, до уровня вот этих, как, Дианка, как вот эти вот подушечек, до уровня этих подушечек вот так вот срежу, чтобы, ну, вот так вот не торчали, да? Так. Диан, выключи, пожалуйста, воду. Но для этого же, конечно, нужно распарить мне воду. Вернее, воду согрела. Мне нужно распарить ногти, иначе они будут, я сейчас буду их резать. Они, блин, будут трещать и лопаться. Как вот, Дианка, кошачьи эти когти. У меня нет никаких приспособлений. Я взяла обычную из-под сыра баночку. Короче, сейчас прогреваю и буду стричь. Все, Диана все читает. Маша отправила ей книжки. И Диана теперь довольная, как слоник, читает взахлеб. Все, доченька, а мы смотрим фильм, который называется Черное Рождество. «Черное Рождество». Американский был, короче, 73-го, да, года. 74-го, А, потом 74-го, потом его 2006-го, потом пересняли 2006-го, в потом шестом, а это 2019-го. уже 2019-й. Ужасы. Никак у меня не идет, короче, этот Эритмен сериал у меня не пошел. Не могу себя заставить, хоть, блин, привязывая себя веревками к дивану, либо каким-то клеем. Так, вроде уже размягчается. Потому что, когда вот тут ломается, видите, на коже, блин, ну это очень больно. У меня сейчас уборка, покраска волос. В общем, я пчеломая. Все, запускай, Диан. Ой, у меня нос свербить, свербить. Слушайте, не знаю, что делать. Так, смотрите, видите, подстригла. Так аж легче. Вообще гораздо легче, вот когда ногти более короткие. Когда длинные, конечно, всегда кажется, что сейчас вместе с корнем какой-то ситуации отойдет. В общем, Ашкем уехал, там друг его приехал, поехал навстречу. А мы с Дианкой сидели-сидели. Говорю, давай прошвырнемся туда, в сторону шока, посмотрим, может быть, что-то интересное. Я все равно никак не могу избавиться от своей куртки. Все равно пойду, курточку накинула. Мерзляк. Хотя я знаю, что тепло, но все равно, знаете, как говорится, не могу с ней расстаться. Она просто легкая, как пушинка. Просто такой пушок. Не хочется даже ее снимать. Диана в кофте, а я куртки. Ну да ладно. Ключи взяла, дочь? Да. Расчесалась? Да. Отлично, все. Надо опять Дианку. Но уже после карантина подстрижемся. Ну, Уже может. отрастает, уже как-то не то. Когда короче, как-то класснее, да, Дианка? И более волос податливый, хорошо. Так, все, выходим. Дядуська захлопывает. О, сумец. Закрывать на замок? Нет, нет, пошли, не надо. Захлопнулся достаточно. Мы ж недалеко, мы сейчас буквально через полчасика уже придем. Ну, может, не через часик. Просто пройдемся. Завтра начинается рабочая неделя. У тебя плохо. Да, у меня. А и хочется как-то выгуляться. Ой, мне уже попроще. Знаете, с каждым днем это получается меня как перекосило уже третий день. И с каждым днем все лучше, лучше и лучше уже. Я вообще не понимаю, что с носом. Нос внутри вот как вроде свербить просто. Я не могу. Уже натерла и вот до такой степени уже. Мужик херачит, он себя ее курился на этом. Сейчас маме А, не ну, делает. а я слышу, мангальчиком тянет. И булочками, булочками. А что, еще работает наша эта? Да. Да, работает. Они, да, по-моему, часов 7, что ли. А, ну все, в общем, пойдем, пройдемся. Пошли.
А здесь он рыбой пахнет. Ну, воскресенье. По воскресеньям всегда людей мало. То завтра ж каникулы. А потом сколько, Диана? Неделю, да? Карантин. Неделю карантин, говорят. Это ну, общем... я знаю. Нам вообще один не учитель сказал. Сначала что-то она узнает, что на что будет карантин. Это будет неделя, которую принесли с Ниссана. Там должны быть там... Все, короче, весенние каникулы будут. Да, каникулы просто пораньше. Сюда. Он гениальный, да? Вот. Решили вынести, значит, я считаю, это тоже неправильно. Так, короче, говорят, что он посетит через неделю карантина. И на этой неделе карантина, что я, может быть, должны будем уже быть в школе, но мы будем в школе, это будет, типа, дистанционное обучение, где я уверена, все 100%. Но максимум все отходит на его класс, только будут за этим всем следить, типа, кому это вообще надо. Вот, это все нереалистично, мне даже учитель по фэну сказал, это все бред. Он так тупо сказал, он сказал, что тупо нереалистично, я в это не верю. Вот, но говорю, как там будет, типа, там будет просто каникул, а потом он тупо выйдет. А наш учитель нам, как раз, ну, знаешь, там, другой, сказал, что ты как его выйдет? Что-то надо узнать, следите за новостями, все. Да, следите, говорит. Новости. За новостями, как все будет происходить, это дистанционное обучение. Во, не зря я куртку надела, ветерок какой-то. И что, он так? Ну, для здоровых теплые, а такие, как перекошенные, как я, для них не теплые. Мы пришли в шок. В принципе, тут ассортимент такой же. И ничего не расхватали, все присутствует. Сейчас нужно хорошо изучить. Что бы мне хотелось взять, даже не знаю, честно говоря. Даже вот есть тост Пионер. Сколько здесь? А, 400 грамм. Вот цена была 21, стала 14. И колбаса тоже на 10 лир. На 1, на 10, да, тоже вот такая вот. Ну, я не знаю, какая она на вкус. Вкусная, нет, брать не буду. Синди. А, ну, мне вот эти вот, в принципе, они дешевые сосиски, но мне, конечно, нравится больше из Бима. 6 лир, а вот эта Дианка, которая любит. А мне, наоборот, вот эти не нравятся. Очень невкусные. Воняют каким-то лекарством, я чувствую. Так, что тут взять? Я думаю, может, оливьешки накрошить. Ну, хотя здесь считается, что колбасы нужно все обжаривать. А вот с фыстиком, видите? Хинди-салам. 7 кусочков получается. 50 грамм. 3 лиры. Нашла я семечки по 1 лире. Ладно, 2 возьму. Здесь тоже, в принципе, все стоит. Единственное, что я хотела, здесь гречка была. Так, это что? Маш фасулье. Я такое не знаю, как ее готовить, тоже не знаю. Это желтая чечевица. Это тоже фасулье. Кармезе фасулье. И желтая чечевица разных фирм. Или просто разные пакеты. А гречка. Это киноа. Киноа тоже я не хочу. А гречки, кстати, нет. А что это такое? А, это бульон. Халва какая-то. Нафиг, ну мне надо. Куда я делала? Положила свое барахло. Ты забрала, Диана, эти семки? Вот, ну, макароны, да, видите, разгребли. Остались вот эти вот непонятные. Что это? А, лапша как будто бы. Это страшное. Это какие-то манты. Ага, вот хардал. Горчица. Интересно, какая она на вкус. 10 лир. Да, макароны расхватали. Я поняла, что я хочу. Что? Ну, дома такая лежит. Я хочу такую голову съесть без воды. Ой, Диан, продвинься, будь ласка. Так, ну рис вот такой остался. Мерджимек. Ну, лежит, а кто же его съел? Нет, а я за что не ела? Будай. Кстати, я вот, наверное, Дианка возьми, я, наверное, Будая возьму. Мама, я знаешь, что хочу? Хочу это. Что это, грибы? Да. Ой. А ты можешь такие делать? Да.
Я все могу. Я волшебница. Диана, возьми, пожалуйста, еще знаешь что? Чего? Разрыхлитель. А, Дианусь-ка, за хлебом. Взяла один мягкий, свежий, горячий. Горячий, да, вечером как горячий. Как ты посмела взять холодный? Он белый, белюсенький. Да, 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 да. Быстрее, быстрее, быстрее. Мне надо ужин готовить. Сейчас муж приедет, а... Открывай, потом, Диан. Ой. Так, хлеб Диана купила, говорит, белый. Да, мы вот и зажаристый не любим. И мужу говорю, пожалуйста, не покупай зажаристый хлеб. Так, ходили-ходили, но, понимаете, это же буду не я, если я всякой всячины не наберу. А, ну это семечки. Это я взяла брокколи на супик. Брокколи у меня потянуло. Много не набираю, поскольку овощей, блин, дофигища. Как их обработать? На 65 куруш 162 грамма. Опять взяла вот эти макароны кускус. Пусть лежат, валяются. А, и вот что мы нашли в Семге. Юлаф из месси. Ну, то есть вот овсянку. Это какая-то более тонкая, мне кажется, Диан. Попробуем вот этой фирмы. Вот этой марки. Она, кстати, идет дешевле, чем та, которая у нас была. Та была по 10 лир, а это 6,45. Ну, тоже было 20 граммов. Да ну, какая разница. Это лукум для гостей. Кто к нам придет, обязательно должен лежать. Лукумчик, что еще? А, ну и вот это ж колбасы. Салам такой попробовать. И салам такой. Поскольку не знаю вкусов, решили с Дианкой попробовать, чтобы в дальнейшем уже знать, какой из них хороший. Да. И разрыхлитель теста. В общем, лазили-лазили. Так вот. На, покупаю, лишь бы что-то. Поскольку с пустыми руками люблю всегда вот эти, знаете, всякие крупы. Хожу-хожу, ничего не возьму, но какой-нибудь крупы, макарон, пакет возьму. Чтобы валялось. А, еще семечки у меня, оказывается, аж в кармане. Так, помыла руки? Да. Колония помазала? Быстро пошла, помазала. Мама, я в это не верю. А, ладно, все, давай, ужин.